В Одинцовском городском округе продолжается прививочная кампания. На данный момент прививку от гриппа сделали более 116 тысяч человек. Из них 13 429 школьников, что составляет более 50% от общего числа учеников. Для вакцинации применяются современные медицинские препараты «Флю-М», «Гриппол плюс», «Совигрипп», которые защищают человека сразу от трех штаммов вируса. После прививки риск заболеть снижается почти на 90%, а при развитии заболевания позволяет избежать возможных осложнений. Именно поэтому медики настоятельно рекомендуют прививаться пожилым гражданам, людям с хроническими заболеваниями и детям.